Из теплого Сочи мы приехали в Казань. Да, здесь снег. Да, ну мы как обычно раздеты. Скален, всем привет! С вами, как обычно, спортивные братья. И вы смотрите битву для подписчиков. Мы снова подвели итоги нашего конкурса. В предыдущем выпуске победителем стал Эльдар Камбаров. Парень из Казани, для нас вдвойне приятнее. Да, круто. Красавчик, да? Наш парень. Красава. Да. Ну, все молодцы, кто участвовал тоже так. Ну вот, вы можете увидеть его результат. Для вас новые задания. На этой неделе надо будет выполнить стойку на руках максимальное количество времени. Правила очень простые, нужно будет продержаться как можно дольше. И все, главное на руках, да, на максимальное время. Теперь мы продемонстрируем свой максимальный результат. Постараемся. Поехали. До 12:00. Все, всем пока. Пока-пока.